И вот украинские официальные власти публично заявили о том, что если бы они тогда, значит, исполняли то, о чем мы с ними договорились, а не слушали бы своих хозяев из других стран, война бы уже давно прекратилась. Но они пошли по другому пути. Вот результат. Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных там требований, да, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.